классная песня. Что ж, мы сегодня будем с вами рассматривать вот такие классные новинка, супер наушники, которые называются HOKO V27 Cat Ears Cheerful. Это супер офигенные, классные детские наушники, но они могут быть не только для детей. Давайте рассмотрим все функции этих шикарных наушников. Они реально очень классные. Мне они лично так понравились. Вот смотрите, чтобы включить их, надо нажать на вот эту кнопочку. Смотрите, вот такая кнопочка здесь есть. Вот зажимаем ее, и включается Bluetooth. Включается вот это название красивое, и ушки начинают светиться. Они очень классные, очень крутые. Давайте их. Кошки-мышки. Что ж, друзья, подписывайся на мой канал и ставь палец вверх. А мы погнали разбирать про наши кошачьи уши. Друзья, это еще не все. Помимо вот этих классных наушников, вот, кстати, от них коробка такая. И почему это могут быть наушники как для детей и для взрослых? Потому что, смотрите, вот эта фотография говорит о том, что они реально. Angel Lizasa. И там же вы через этот аккаунт можете зайти на Mobilux. Там есть в читачах. Извиняюсь, что такое стекло просто еще не переклеила. Вот, это, в общем, вот такого плана рекламку. Основной канал Mobilux, где есть всякие разные посты. Эти наушнички уже представлены там как реклама. Как вы думаете, кто автор этого поста? Конечно же, я. Я, честно, друзья, я этот пост целый день делала. Я подбирала фоновые светотени, чтобы сфотографировать красиво вот эти шикарные наушнички. Друзья, вы можете их заказать в любой день. Их в наявности есть 5 штук. Вот. Они очень классные. И сейчас на карантине, когда все детки дома, как раз нужна классная гарнитура. Эти наушники даже звонят. По ним можно даже разговаривать, они блютузные. Но к ним еще идет вот такой шумочек. Thank you.
разбираться, как найти меня в Инстаграме, действительно, я оставлю свои данные под ссылкой этого видео. То есть можете сейчас даже кликнуть курсором на квадратик и нажмите, пожалуйста, кнопочку подписаться. Мне это так надо. Мне нужна ваша поддержка, и мне нужно получать от вас уведомления и комментарии. Мне очень интересно. Или вам действительно интересны мои обзоры, то, что я вам рассказываю. Что ж, друзья, кроме этих шикарных кошачьих ушек, у нас еще появились другие новые наушники. Но не только наушники. Появились еще браслетики Mi Band. Помните, я вам снимала видео про наши Mi Band вот такого плана? Помните? Конечно, помните. И я надеюсь, что вы поставили мне там лайк. Кстати, если ты еще не подписался на мой канал, подпишись. Вот. Есть вот такого плана браслетики. Их приехало ровно два. В такой потрясающий летний расцветки, то есть есть фламинго, вот такие вот классные, это на Mi Band 3 есть, вот такой вот, сейчас я вам покажу, он очень удивительно классно смотрится, очень круто, вот такой браслетик есть, и приехал также с цветочками, вот такого плана. Сейчас вам покажу поближе. Это тоже на Mi Band 3 и 4. Еще приехало много других. И также приехали вот такие чехольчики на ваши AirPods. Прикольно вообще. Дальше. Рассматриваем с вами наушники белого цвета. Они идут тоже в уникальной упаковке. Они идут белые. Мы белые! Мы белые! Короче, Бориса Апреля вспомнили. Ну, хорошие Соньки, это реально от фирмы Sony. Прикольные наушники, такие белые, с такими штуками. Короче, Соньку мы посмотрели. Дальше, какие я хочу вам еще наушники показать. Вот такие вот. Они идут такого яркого цвета. Могут подходить вашему ребенку под блокнот. Когда ребенок реально на карантине, грех ему не купить всякие такие наушники, которые будут его радовать не только цветовой окантовкой, но и внешним видом. Это продемонстрируем, но я вам сейчас покажу, как они выглядят издалека. Сейчас.
я зайнята. Чи як то ви там розумієте? Wi-Fi? А, Wi-Fi, так, да, я пам'ятаю.